Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Mother. И заметили, что сегодня я очень серьезен. Я очень серьезно подхожу к вопросу о том, что моих детей не стало, и я на очереди следующий. И это совсем не круто. Я не хочу быть следующим. Короче, играем в Mother. У нас 12-я ночь, и мы с вами, да, вот, сделали наших детей дедами. И сейчас оно, то огромное чудище, пришло за нами. Мы сейчас еще раз посмотрим этот момент. Но, к счастью, у нас есть наш пистолет. Интересно, он пришел плачущий, потому что мы убили детей? Ну, мы, в смысле мы. Оно, из-за него все это произошло. Окей. Встаем. Это что, сигнализация, да ведь? 15-я ночь это уже. Блин, подошел. Если честно, мне не хочется его видеть. Это жутко. Ну что, на месте там топчется? Ладно, давай почитаем. Килл, убить Томми, это Томми. Ой, ой, мама. Походу, не получится. Все, придется ждать. Придется ждать, пока он вывы... Томми! Получил? На тебе, по яйцам. Почему? Какого фига? Он неумираемый! О! Промелькнуло что-то рядом. Это был... Это сын Томми? Или не знаю, кто это? Приспешник Томми. Я не знаю, как убивать. Я могу... Ой, блин! Я могу убивать только своих детей. Но не больше. Нужна стамина. Ой. Отошел. Ему пофигу. Все, я тебе попал. Ну, нечестно. Ой, он бежит. А! Он пытается через стенку, что ли, ко мне подойти? О, блин! Подожди, Томми, это мелкий? Блин, мне нужно выйти, я знаю. У меня... Опа. В окно тварь лезет. Щимит. Щимит, мать. Щимит, мать, родную. Давай, bring it on, bitch. Он проник, он сейчас в комнате Кайлы. Пытается занять ее место. Но ты никогда не будешь Кайлы, понял? Фу. Я не могу здесь долго находиться. Нет, точнее могу, но мне не нужно. Нужна стамина. Есть, хорошо, по сраке попал. Оба. Я же попал. Стамина. Раз. Стамина. Два. Very good. Стамина. Три. Вломился. Вон он стоит. По сраке получил. Умница. Так, закрыть. Срочно забить досками. Окей. Нет. Включил.
Скорее. Давай. Да. О, нет. Видели? Я всех их видел. Ага. Половина осталась всего лишь. Где? На тебе, тварина. Все, иди гуляй. Понял? Ржет, стоит надо мной. Иди гуляй, сказал. Все, правильно. На тебе, в упор. Скорее, забить. Нет, нет. Стой, стой, стой. Как нервно. Вон он. Получил? Смешно тебе, бич. Кажется, он вошел, да, уже? Так, а я, ну, не надо в мою сторону идти. Вон он! Есть! Ну все, Томми, кранты тебе, мамочка взялась за дело. Где? Крик, где? Где он вошел? Нет. Включить. Включить свет. Где он вошел? Ой, что-то меня плющит. Где же мои таблеточки? Ах ты сволочь, вот он где зашел. Скорей, скорей, давай. Так, смотри. О, блин, стаминку надо бы поправить. Мама бдит. Вон он, куда побежал? Ну-ка, отошел. Есть. Хорошо. Ну хорошо, что бесконечные патроны. Блин, он продолжает. Томми бежит. Да, на жопу сел. Отлично. Анимация смерти наилучшая. Фу, 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 фу. Все, грохнул, тварь. А, хэппи-энд. Нет. На всякий случай, контрольный в голову. Что? Что должен делать? Убить Томми есть. А, просто спать. Ну сейчас пойду, погодите. Нам надо с вами немножко стамины. Вот. Фух, как хорошо. Хороший день выдался. Ну, ночка точнее. Как бы я играл, если бы дети были живы, мне интересно, что бы, как бы эта игра выглядела, она была бы, наверное, интересной тоже. Видимо, просто другая концовка сейчас будет. Сейчас нам покажут портреты детей, чтобы вызвать у нас приятные чувства ностальгии. Что еще? Что еще может быть в этой игре? Карл придет. Закидывать нас неприятными смс-ками? Так, необычно. Прослушайте музыку, чтобы расслабиться. Ой, это все глючное. Оу, даже так. Нас забили досками. Или это мы себя забили? Это мы себя забили. Расслабим, кстати.
Все? Это вы? Это все? Я еще не расслабился. Подышим. Его еще телек включить? Конечно. Это не входило в задание, но я решил выйти за пределы игры, так сказать. Нарушить барьеры. Так, кто это? Не помню эту картину, чтобы она была такой. О, что? Плющит. Плющит. Полиция! Не сдамся! Я застрелилась, походу, да? Да. Ваши очки... Ноль. Неужели? А как обидно, что просраны дети были. Даже интересно, что было бы, если бы было бы иначе. Короче, они были похоронены прямо рядом с могилой отца, и их дядя Карл посещает их часто. А, короче, аутопсия выявила, что у Марии был, короче, проблемы с психикой, когда она убила Томми. Оказалось, что Мэри не стояла за другими убийствами в здании. А кто же это был? Лицо, ответственное за эти смерти, так и не было найдено. Белый чувак? Белое существо — это не Томми, мать. Это... непонятно, кто это. Игра крутая, мне очень понравилась. Фу. Я так понимаю, титры здесь будут совсем, да, простые. Вряд ли эту игру делало много человек. Да, вот они титры. Эта игра так много раз заставляла нас спать, что я хочу спать теперь после, после того, как я завершил. Много ли она дала нам пищи для размышлений? Нет, конечно. Просто было весело. Было, правда, весело. Больше вот таких игр, интересных, с необычной концепцией. Мне кажется, вот где, как не в хоррорах, пробивать, знаете, новые барьеры, да? И усовершенствовать геймплей, придумать всякие странные штуки. Так, но теперь, собственно, как же быть? Давайте, continue. Мы можем только продолжить, можем создать новую игру. О, посмотреть бы, что будет, если ты пройдешь с детьми. Я не уверен, что я захочу играть снова. Короче, я решил не полениться и перепройти игру еще раз, чтобы сделать так, чтобы все мои дети выжили. Мы убьем Томми, но Тимми и Кайлу не тронем ни разу. У нас есть пистолет, у нас есть бдительность, чуткость и любовь материнская. Слышите? Любовь материнская начинает бурлить внутри меня. Где? Где? Где поедание? Не попал. Попал. Надо просто как следует его почморить, и тогда будет все окей. Побольше почморили, быстрее победили. Палец курка убрать. О, ты... Ладно. Теперь можно спать. Фух. Хорошо. Нам осталось, по-моему, еще две или одну ночь пережить. И все будет зашибись. Есть! Окей. Дети, блин!
Они специально, да, теперь ходят здесь? Хоп! Так, все вентиляционные нужно заделать. По-моему, вот тут вот. Да. Есть, спать. Быстренько, быстренько идем. Опять к стиралке. Так, ну-ка, получил. Нафиг телек. Умри, Томми. Идем. Идем, Кайла, я не знаю, куда твой брат пошел. Он с ума сошел. О. Есть, есть. Все живы. Ведь все живы? Все живы. Или не все? Не знаю. Ты жива? Теперь бы братца твоего найти. Кажись, мы победили. Так, мы убили. Все, можно не баррикадироваться. Все, спим. Все выжили. Фух. Игра, на самом деле, не такая сложная, как кажется на первый взгляд. На первый взгляд кажется сложной, конечно. Ну, давай. Итак, что у нас? Кого мы больше любим? 96-88. Как-то так получается. Что-нибудь изменилось? Итак. Расслабиться с музоном. Дети. Почему я заперта тут? Мама, выпусти нас! Дети должны быть в порядке. В безопасности. Мама, выпусти. Сейчас, детишки, заиграет прикольная музыка, и вы будете расслаблены, как я, как мама. У-ху-ху. Не бойтесь, видите, какой у мамы пистолет? Как громко стреляет, да? Да. Полис! Кажется, у вашей мамы 5 звездочек. Вот это да! Вот это да! Погоди. Сейчас выстрела нету. Хэппи-энд, походу. Кажется, да, мы достигли хорошей концовки. И мы-то пойдем, наверное, в лечебницу. Мэри была арестована. Yeah. Хорошая концовка. Ваши очки. Хорошо, это прям... Это рекорд мировой. Click to continue. Кайл и Кайла теперь живут с их дядей Карлом. И они очень... Которые очень это ценят. Или их ценят. И расследование обнаружило, что Мэри и... У нее было психологическое расстройство, и она убила Томми. А, ну дальше будет все то же самое, получается. Ну, на всякий случай дочитаем. А потом было известно, что она не была причастна к другим убийствам в этом доме. Получается, то, что мы видели в самом начале игры, вот первая самая заставка, первая касцена, это вообще была не Мэри. Это не про нас было, это какие-то другие. Так, короче, да.
человек, ответственный за смерть, не был найден. Получается, да, вначале была совсем другая какая-то. Это получается, что этот монстр просто существует, но это еще и как-то вписалось в наш сюжет с нашей матерью-убийцей. Они просто решили сделать, видимо, поворот сюжетный, внезапный. Хотя, если это существо будет присутствовать во всех других частях этой игры, допустим, Father, Mother Return, вот такую можно было бы игру сделать. Или Карл, да. Следующая игра будет про Карла. И там опять появится это существо, и оно будет чморить и портить жизнь нам всем. Ну да, вот такая концовка. Мы проходили, я проходил это заново, всю игру, чтобы прочитать один абзац новый. И увидеть детей просто за решеткой. Оно того стоило. Вот такая была эта игра, мать. И это была прикольная игра. Несомненно, это была интересная игра, в которой было весело играть, весело шугаться. Она разные чувства во мне вызвала. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам эта игра понравилась и понравилось мое прохождение, то обязательно шлепните лайк. Пишите также ваше мнение об этой игре. Может быть, у вас есть какие-нибудь... Может быть, напишите какую-нибудь страшную историю из детства, которую можно будет почитать и пострематься. Я люблю страшные истории. Вот, и другие подписчики также почитают. Пишите в комментах страшные истории какие-нибудь из детства. Возможно, которые с вами реально происходили или которые вы просто слышали. Знаете, как часто, да, дети шугают друг друга всякими историями. Вот, напишите. Это будет интересно. Ну, я прощаюсь с вами. Прощаюсь с игрой Mother. И увидимся с вами в следующих видосах. С вами был Юджин, и всем пять!